отличный, конечно. Но лучше стукнуться. Нет, касками. За тебя я не переживаю. Лучше кого стукнуться касками, чем головами. Они были такие худые, что они не трахались, а стукались. Сандер там держится. Держится? Да. Куда? Ну что ты мне говоришь, что я Марика Бляску не найду? Ну ты вообще, ну за. Не, на башке держит, туда подтянуть надо. Угу. Ты снимаешь мои большие глаза. Полный ужас. Ир, у меня для французского телевидения передача называется «Чтоб я еще раз когда-нибудь». Какой нужен еще большой? Подожди, вот, еще не раз, еще не когда-нибудь, я еще перейду, вот успею. Когда вылезем на закрой, я ниже тебя. Я ниже тебя. Ты на меня не залазишь. Да. Да, да. Именно, мы проверим. Именно вот так. Вот эту руку, она должна быть открыта, потому что здесь у нас будет веревка. Уроки танцев, вальс. Саня, а это здесь вот танцы. Она оттягивается мне. Мы еще не ушли. Может, как буренку бы мы. Может, карабин тянется выше ваших голов? Может, ты ее пристегнешь, как рюкзак сзади? Снизу. Вместо парашюта. Вот так вот. И она пошла. Нет, все пизда. Нет, там перекрученная была веревка. Нет. С чем она перекручена? Не знаю. Я уже вообще ничего не знаю. Все, мы готовы? Нет. Ну, смотри на меня. Это очень хорошо. Эй, Ула, расскажи, что ты делаешь с девушкой сначала. О, мы с ней что только не делаем. Слов в видеокамеру. Два слова. Два слова для передачи «Чтоб я еще раз». Два слова. Рассказывай. Ир, рассказывай, как это было. Как это было? Рассказывай. Еще хочу. Давай, 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 не открывайся. Дай пиво. Теперь мне можно все. Пиво с сигаретой, что-нибудь еще. Это не нужно. Не разланусь с комсомолом. Итак, сейчас уходит в отрыв сладкая парочка. Ножку, ножку. Ах, хорошо. А, вы снова вместе? И вот они снова вместе. Конечности просьбы не забывать. Ир, так что же такое жим-жим? Ну, сейчас полетит вниз. Вот. Под слинги ко мне. Вот на шею, на шею, на шею. Вот. А дальше куда? А ногу куда? Куда ногу? Ногу на меня. Уже? Да. Уже? Сейчас? Да. Три, два... Ты считаешь? Ну, конечно, я. Смотри в камеру. Да, где? Камеру. Блядь.
Готов? Нет. Раз, два. Рассказывай. Ой, кайф. Вот сейчас я почувствовала, что значит прыгать. Первый раз я вообще ничего не помню. У меня был блокад полный. Что я кричала, как я кричала, кричала. А сейчас кричала уже... Ли. Кричала Ли, да. Сейчас уже хорошо. Даже вот вместо пива сигареты водичку просто. Все, теперь можно дышать. У тебя остановится качель, я к тебе спущусь. Когда у меня сердце остановится, спускайся, ладно? Хорошо. Разворачивайся. Ёпай? Да. Крикет? Да. Да. Что? Куда? А ногу куда? Веревка должна быть между ног. Ну что, прям на самом утра вставать? А? Да. Носки мамаш на самом крови тебе нет? Я боюсь. На сегодня. Носки на самом крови. Никуда не прыгай. Ёбаный в рот. Коленки пиздец. А как? А просто отпускать руки и ноги? Да. Аккуратненько. Сядь, как будто ты. Какаю? Угу. Вот так проще? Назад, да. Я толкнусь назад. Ну давай назад откуда? А потом когда... Послушай. Потом, когда скоро едет. Опять едет. Дышать чем? Нет, куда? Подожди, куда? Стой здесь, останься. Тебе посчитать? Я не знаю. А слушай, как? Чем дальше ты откинешься, тем безопаснее будет. Я очень боюсь. Я правда боюсь. Ну, если не хочешь, походи. Хочу, давай, считай, считай уже, считай, считай. Это мы писать с следующим будем. Давай. Давай. На как? Ноль, подожди. На пуск? Нет, на раз, два, три мне надо. Хорошо, мне раз, надо, два, три. Нет! На какой ты прыгаешь? Нет, на ноль? Я на какой не прыгаю. Здесь не держи, здесь не держи. Подожди, подожди. А просто руки отпустить и ноги отпустить? А что нет, сначала? Оттолкнуться назад надо. Я боюсь. Нужно оттолкнуться. Руки не здесь надо, по самому краю. Подожди, я очень боюсь. Нет, я не хочу. Точно? Я вот так раз. Смотри в камеру. Да, где? Там.